такой, типа, у кого 10, такой карася. Очень смешно. Нереально смешно, вот эта шутка. Как тебе рыбалка утренняя? Пока не очень. Не очень, да? Дождь замерз сильно. Замерзла, да? Очень сильно. Капец, ледок там ледяной. Не то, что холодный, ледяной. Вот так начинается утренняя рыбалка в начале сентября, когда ночью уже холодно. А днем жарко очень, и приходится... Я хотел сказать про утро. Про утро? Утро утром вообще холодно, да. Так что, кому как. Мы еще без пледика. Без пледика, мы выехали без пледика, я взял только покрывало. Ну, ничего страшного. Сейчас солнышко выйдет, будет жарко. Значит, начну собирать спиннинги свои. Один будет у меня фидер. Ну, остальные все такие будут телескопы, обычные, китайские. Я карповик знатный, поэтому карповые снасти и стрёшки. Мост такой высокий достаточно, то есть вода была, ну, вот по камыш 100%, то есть мы в прошлый раз, когда были здесь, воды было гораздо больше, ну, наверное, уровень упал на метр примерно. Но вот сейчас проблема, здесь грязь, нужно воды набрать для того, чтобы замешать прикорм. В этом поможет обычный китайский телескоп с вот таким вот, как он правильно называется, защитой, защитой от слома наконечников. Оп, и вот у меня уже есть крючочек. Осталось только набрать. Бедро у тебя, конечно. Но это не мое, это здесь было. Бедро у меня другое. Это я просто взял попользоваться временно. Все, вода набрана. Можно замешивать прикорм. Так, значит, по прикорму. Вот такой у меня прикорм. Называется Delphi. Я его уже испытал на фидере, обалденно, мне понравилось. Для фидера, конечно, идеальный. Это у меня другая версия, грубо говоря, по карпу. Подсолнух плюс шоколад. Интересно, как он будет работать. То есть, если по фидеру работает все обалденно, то есть для реки сыпется все классно, то этот еще не проверенный. Сейчас размешаю, проверю. Так хотя бы на консистенцию, как замешается. Ну, упаковка прочная, уже хорошо. Бля, не хочет. Сейчас мы сделаем по-другому. О, есть у меня ножнички. Ну что ты, зачем ты так делаешь? Как тебе не стыдно. Я тут за ножницами бегал, она взяла. Все, давай полностью высыпай. Да, да, вот прям полностью. Та, мимо, не сыпь, мимо. Ручки замерзли. А ну-ка, пахнет подсолнухом и шоколадом, понюхай. Пахнет пылью? Пылью, да. Шоколадной пылью пахнет, да? А ну. Не, прикольно, кстати, понюхай. Как АТБшный шоколад. Да, 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 как АТБшный дешевый шоколад, все правильно. Аккуратно. Так. Где-то у меня там колешки были даже лишние. Вот где-то здесь, по-моему. О, вот он. О, так у меня два колышка есть. Слушай, я вообще модный. Это же круто. Сейчас, значит, ух ты, ведро сломал совсем. Сейчас водички налью сюда. И хорошенечко размешаю. Ух, красота. Так, еще сейчас чуть-чуть воды долью.
чтобы она была такая более липучая, более липкая. Нормально, воду пьет, неплохо. О, пластик. Кыша отсюда. Нормально воду так пьет. Можно еще чуть-чуть. Но пойдет. Пойдет. В общем, в качестве наживки буду на кормачок использовать вот такие вот пуфики чесночные. Сейчас их наживлю, и в принципе первые уже можно забрасывать, пусть стоит. Остальные посмотрим. Так. Так, сюда еще кусочек пенопласта прилеплю. Один. И один чесночный пуф. Оп. Удочка улетела. Охренеть. Я пока тут, короче, втыкаю, у меня он уже спинил, с рожек полетел. Так, а как теперь спускаться? Вот в чем вопрос. Так, или чем достать, попробовать его? Да я ж уже его снял. Ладно, сейчас попробую. Это, блин, жестко было. Бля, катушка мокнет. Самое страшное, это катушка мокнет. Сейчас она воды напьется, будет мне потом. Блин, я даже не успел среагировать. Охренеть. Вот это, блин, жестко было. Фиг знает, куда завел. Что-то есть. Да. Офигеть, вот это он увел. Так что там не было меня? 3 секунды. О, сопротивляется. Разлаживает под сакрин. Ну серьезно. Офигеть. Лянь. Смотри туда. Да вон он сзади лежит. Вот это да. Это цепанул. Вот так. Не, все. Это нормально. Первая поклевка за сегодня. Блин, не тот собрал. Спиннинг. Нормально. Сейчас он, конечно, соберет все тут. А? Да. Он там уже зацепился. Что надо делать? Да ничего, вот так, да. Ты там крючок свой далеко не спрятал. Давай. Это белый амур.
белые обои? Да. Сейчас придется, блин, слазить. Как тут слезешь, блин? Ну а что делаешь? Так, тихо, 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 родненький, тихо, подсак для слабаков, опа, вот такое вот амурище. Верни кубака, это брюшко только. Ну такое, килограмма два. Классненький. Только не брюшком его держи, да, вот так. А то ты тихо. Чуть по лицу не выхватил. Я фото включила. Надо было видео снимать. Так, на третий, значит, кармак поставлю кукурузу. Вот такая вот обычная самая. Это обычная какая-то банка. Как она хоть называется? Выробник. Щедро Нива. Господи. Так какая разница? Щедро Нива. Это как своя линия примерно. Кстати, дело говоришь, а мы потом позже добавим. Да? Так кушай что-то. Мне там надо 3 кукурузины. Ну ладно, больше. Чем 3. А? Я только чистой буду лазить. Что это значит? Я грязной не полезу. Так. Я сейчас вот сюда себе отсыплю пару кукурузиночек. Чистой рукой. На, у тебя руки чистые. Отсыпь мне. Да-да-да-да-да, именно. Сколько надо сыпать? Да, вот так жменьку, да. Ого, это вода холодная какая. Все, на, нажуй. Руками прям? Нет, сейчас вилку принесу. А, не, нету вилки, ну руками тогда придется. Насколько популярно озеро. Это все, рыбаки сегодня приехали. У нас, как правило, озеро популярно только в нескольких случаях. Либо оно бесплатное, либо на нем клюет. Вот. А? Я бегу, бегу, бегу. Бегу, прибежал. Чего там оно? Куда тебя утащило? А, так там зацеп. А, ну слава. А клевало, да? Да, оно прям так тун-тун. Блин, это плохо, что зацеп. А там коряги, что ли? Там, наверное. Блин. Да? Оно прям так тун, тун. Хорошо. Сначала легонько. А потом сильненько, да? Да. Блин, зацеп глухой. Плохо. Так, что тут у нас? Крючок сломался, прикинь. Вот это прикол. Да, вон, видишь, оторвался крючок. Или это рыба оторвалась?
какая. И это только глаз. Это глаз, да. Ты даже шаришь, как правильно говорить. Жена рыбака. Да. Должна уметь поддержать беседу. Да, 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 да. Это у мужчин? Что? Ну, кому какую рыбу ловить можно? Да. Ну, 10 сантиметров, 20 сантиметров. Такой, типа, у кого 10, только карася ловит. Очень смешно. Реально смешно, вот это шутка. Ты ж поснимай. Ну видишь, мне амура можно ловить. Тебе можно. Белого. Белого. Черного нельзя. Да, серого тоже тут не указано, что можно. Серого. Если есть, то что-то небольшое. Если вообще что-то есть. Да, мелочь какая-то. О, это карась. Походу холодно сильно стало. И мне стало можно карася ловить. Опа. Тихо. Вот такой вот карасик съедобный. Вот ты, боже, что он делал? Ну так, блин, это его надо в воду положить. Я не хочу в воду идти. Куда? Хочешь отпустить? Не, мама тебе. Ну вот и я за что. Мама, кстати, такая, я, говорит, на Facebook захожу, твое видео посмотрю. Ты рыбу отпускаешь, такая. Бабушка моя давно знала. Да ты что, говорит, рыбу отпускаешь. Ужас. Я Лене фотку скинула. Она пишет, ух, какая рыба. Я пишу, типа, белый амур. Она такая, такое любовное название уже. Да, да. Это он, это белый амур. Мур-мур. Есть кто-то? Кажись. Таня. Карась, на. Карас. Ну, небольшое что-то. Совсем. Отнюдь, увы. На, увы и нах. Да, карасик. Опа. Нормальный, пойдет. Что такое? Это что за поклевка такая была? А, так он там есть. Ах ты ж, мамин ты. Ёжик. Всё? Ткаря. А, не, вышел. Ура! Ну, небольшое всё-то. Опять карасик, наверное, какой-то. Если он там еще есть. Наверное, сошел. А, не. А, да. Непонятно. Сошел. Фух. Сделал яхимбу и ушел.
Нормально. Поклевочка неплохая была. Конечно, не мамонт, но пойдет. Отстрелил у меня кармак. Запуталась борода на нитке. Как так получилось, вообще не понимаю. Ну, походу петлю скинула. Сейчас вот стою, распутываю. Клюет, блин. Ну все, что ли? Протыкал? Ну ладно, стой тогда. Ну пока с этой, блин, распутывался, тут протыкал. Такие, блин, поклевки нежные. Нормально она. Сумасшедшая. Так, у меня поклевка и рыба. По-моему, даже есть. Да что-то вроде как трепыхается. Да, что-то есть. Сука, так и знал. Я ж не хотел идти туда вниз, да? За садок зацепился. Сиди. У тебя в бане, блин. Не одно, так второе. А вот у кого-то там реально этот глазастый кто-то. Охренеть. О, это нормальная рыбка. А если бы? Если бы это был амур. Да не, ну не карп. Карась. Карас. А, их там двое. Прикинь. Два с карас? Два карася. Два с карас. Ой, как красиво они. Сейчас поймала. И там еще один висит, блин, на садке. Это дубль. Нет, дуплетик. Ну, дубль. Это, как оно? В домино как? А что конкретно? Дупло. Дупло. Я сокол. Так, надо же хоть что-то забросить. Блин, карась это, конечно, хорошо, но надо... Карпа, пожалуйста. Припожалуйста. Да, ну если он не в курсе. Да? Ну она не дешевая, как бы. Поэтому, да, она и вкусная. Ну ты знаешь, мне редко нравится. Да, ой, там карась уже такой полудохлый. На спущенных, как говорится. Опа! Да. Ты видела? Бабушка, понятное дело. Я ж не бабушка. Видела реакция мангуста? Так. Все это пока на покой, пока не поедим. Есть что-то? Что-то есть. Что-то даже сопротивляется. Ой, блин, а гонору-то. Как будто там огромный кто-то прям был. А тут карасик такой ладошечный.
ты видел, да? Да, я как раз подошел, она клевала. Нет никакого сопротивления. Не, ну что-то там трепыхается, можно быстрее кричать. Еще быстрее? Да. Даже еще быстрее. Сопротивляется, да? Ну, не особо, да? Сошли нас. Не, ну так и есть. Нормальный карась такой. Тяжеленький. Давай, 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 поднимай. Не-не, не накручивай так сильно, просто его сюда давай. Тяжеленький. Ты же думал, так просто будет, надо еще и побегать за ним. Сейчас пойду карасей относить в воду. Там уже тю-тю. Тут надо дернуть? Да, давай. Дернуть? Сейчас, погоди. Скажешь, когда дернуть. Да, да. Можешь подсекать. Можно? Да. Ну не... Сейчас, секунду. Да, давай. Так? О, да, теперь крути. Я подсекла? Наверное, не знаю. Получилось? Не знаю. Сопротивляется? Да. Ну, значит, получилось. Оп. Ну, на этой катушке можно не сильно. Эта катушка более тяговая такая. Тут как бы не принципиально прям быстро крутить. Это очень тут тяжелая. Катушка? Угу. Ну, это для крупной рыбы. Ну, да, я сейчас заброшу. Так, это забросил. Откуда ты его там тащишь? А где рыба? Где рыба? Ты сказала, сопротивлялась. Сопротивлялась. Все, хватит. А потом перестала. А потом пересталась, да? Ну, зараза такая. Сначала прям так чук, а потом лучше легче пошло. Понял. Кто-то попался. Ну, не крупный, конечно, но побольше, чем был. Долго я ждал отсюда поклевки. О, там карась, похоже. Завертело его там. А как клевал. Ты видишь, он там что творит-то? Блин. А я-то думаю, у меня здесь бойл стоит. Ну это вообще... Так ты видел, он как тянул? Да. Как здоровый прям. Прям битрайнер сработал. Я уже тут побежал, думаю, сейчас мы его поймаем. А он тут мелкий совсем.